Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас будет, по идее, не совсем большая распаковочка. Сейчас посмотрим, что там придет. Ой, наконец-то я дождалась. А, это, по-моему, подвеска с бабочками. О, такая тяжелая. Это браслеты на ногу. Сейчас, сейчас. Вот так. Так, вот три браслетика. Один вот такой вот. Так, второй вот такой вот с бабочками. И один вот такой вот с одной бабочкой. Она такая розовенькая. Тяжеленькие такие, хорошенькие. Прям неплохие. Так, давайте дальше. Ого! Заказывала. Ой, да вообще, ну не знаю, до 100 рублей вышло у меня. Это как типа, ну не зубочистки, а такие специальные штуки, как зубные нити, только вот в таких вот штучках. Так, ну они такие, как сказать, мягкие. Ну, такие толстые какие-то прям. Толстый, наверное. Да что там за щели должны быть? Ну вот наконечник такой с другой стороны. Не знаю, буду пробовать. Но мне кажется, слишком толстый, наверное. Оно прям не очень упругое, в общем, не сильно натянутые. Так, ну тут, по-моему, 100 штук. Вот их тут очень много. В общем, попробую, еще потом отпишусь. Так, пусто. А, все, я поняла, вспомнила. Это держатели для очков. Ну, как вот знаете, как раньше вот это вот бабуси носили, такие цепочки. Цепочки, чтобы держали очки, и они никуда не девались. Ну, в общем, длинненькая вот такая цепочка с бусиками и вот такими вот держателями. Оно как силиконовая такая держалочка, мягенькая. Блестить. Тоже, знаете, по качеству такое прям на вид неплохое, тяжеленькое. Так, дальше. Так, уберем. Тут всякий мусор. Так, вот это я знаю, что это мне пришло. А, в общем, у одной известной блогерши я хотела заказать у нее косметику. Косметика, по ее словам, не знаю. Она мне в итоге так и не дошла. Я деньги заплатила. Но потом пришлось вернуть, потому что, ну, очень долго она не могла отправить заказ. В общем, у нее косметика из натуральных масел, там всякие муссы, скрабы. И, в общем, я не дождалась. Заказала себе масло ши, то есть это не карите, но я так понимаю, это не рафинированное, то есть не без термообработки. То есть собрали и вот, собственно, привезли. 100 грамм, так, година 25-го года, да, вот, не рафинированная. В общем, ну, давайте посмотрим. Отдала я вот за вот эту вот кусочек. Пахнет, кстати, очень, знаете, как белым шоколадом пахнет. Ой, а давайте не буду распаковывать. Это нужно куда-то переложить сначала, а потом уже, наверное, распаковать. В общем, продается в России, потому что доставка была с России, видимо, российский какой-то продавец. И у него есть это 100 грамм
И килограмм. А, за это, так, 200, ну, почти около 300 рублей, а за килограмм стоит 800, тоже около 900 рублей, тоже там 800 с чем-то, ну, целый килограмм. Но я решила попробовать вот один, 100 грамм, посмотрим, как пойдет. Но я думаю, наверное, надолго этого должно хватить. Ну, как бы я ж не буду его есть. Это именно косметическое такое вот масло ши. Ой, пахнет прям, правда, как прям белым шоколадом. Или белым шоколадом, или, знаете, бельгийским шоколадом. Оно вот такое вот мягенькое, как пластилин. На вид, знаете, никаких вот нету лишних там мусора там или еще чего-то. Я не знаю, первый раз вообще это заказываю. Ну, я думаю, масло так и должно выглядеть, в принципе. Ну, вот такое вот пластилиновое. А, ну, в общем, не знаю, может быть, кто-то знает Нечаева, Ольга Нечаева. Вот, и у нее вот подобное из масел, из там 15 масел, еще с чего-то. Вот такие вот у нее косметика, в общем, для тела. Ну, я не дождалась. Я отменила заказ свой и решила заказать, попробовать вот это. Я думаю, будет не хуже. По отзывам девочки пишут, что заменяют, в принципе, косметику. Ну и вообще, извините меня, как бы любое масло, да, хорошего качества, я думаю, оно будет в любом случае лучше, чем какая-то любая другая ненатуральная косметика. А это натуральная, вкусно пахнущая и все такое. В общем, потом, если что, я попробую, я, в принципе, могу отписаться, как оно. И если мне вообще зайдет, то я, наверное, буду пользоваться. Там, кстати, в этом магазине, я обязательно этот магазин отмечу, у него очень много других масел, там кокосовое, там, ну, очень много именно для косметики, каких-то ингредиентов. То есть, в принципе, все натуральное, можно заказать. Доставка, ну, не знаю, ну, неделя, наверное, но очень быстро. По-моему, с Москвы доставка шла. Так, тут, как обычно, все что-то вскрыто. Все вскрыто. Так, теперь как мне тут скрывать? Так, я тут аккуратно, потому что тут, возможно, будет такая хорошая вещичка. Кстати, заказала себе специальный ножик для вскрытия вот посылок. Знаете, так вот засовываешь такую штучку, щик, и все, и оно режет. Чтобы... Ну, в общем, идет мне этот ножичек, никак не дойдет. О! Это детская платьишко. Так, раз... так, сейчас давайте с упаковки выну, а то шуршит так. Так, это, в общем, детская платьишко 3XL, ну не знаю, я не помню, какую именно я заказывала. Не знаю, наверное, хлопок, может быть, по-китайски это будет. Но это, наверное, катон. Китайский или японский? Не знаю. Так. А, ну, китайский, раз, Маденчина. Так. Вот такое вот. Ну, на ощупь, в принципе, приятненько. Так, вот такая вот юбочка. Так, тут раз, два, три. Три подклада. Ну, в принципе, ткань такая прозрачненькая немножко. Самый низ. Такая вот единорожечка. А, был цвет синий и розовый. Ну, я решила заказать синим, потому что у дочки у меня уже все розовое для разнообразия. Заказала синенький. Чё, хороший цвет. А, вполне симпатично. Такие вот сердишулечки. Ну, посмотрим, давайте сейчас немножко растянем. А, ну да, тянется и рвется. Тянется и рвется, так что, в принципе, наверное, после стирки не особо выживет. Ну, ладно, разочек другой одеть. 3XL. Ну, я всегда заказываю на пару размеров больше, потому что
сами понимаете, что дети растут ого-го, и только вроде купишь вещи, а уже на следующей неделе уже не то, что как раз, уже маленькая становится. Ну, посмотрите, очень даже симпатичная, хорошенькая платьишко. Так покупала за 300, тоже 300 с чем-то рублей, там 325 или 350, ну, в общем, недорого, я считаю. У нас такие подобные платья по 1000 и выше продаются. Поэтому качество неплохое. Вроде бы все прошито. Нитки не то, ну, тут немножечко торчат. Ну, ничего. А так вообще аккуратные в шовчике. Вон, посмотрите, аккуратные, красивые шовчики. Мне прям нравится качество. Ну, ниточки тут немножечко вот под мышками торчат. Ну, так прям, ну, прям неплохо его немножечко вот отгладить. Паром можно гладануть. Все, смотрите, какие сердечки красивенькие. И тут все, смотрите, какие шовчики. Шовчики везде хорошие. Так, изнутри тут тоже вот так вот. Все тут тоже красиво. Ну, тут немножечко ниточек. Немножечко ниточек. Ну и все, собственно. Очень хорошая платьишко. Прям замечательная. Так, ну давайте дальше. Так, тут вот у нас какая-то небольшая. Так, посмотрим, что у нас здесь. А, ням-ням-ням-ням, поняла. А, кафе для ушек. Ой, вообще копейки вышли, даже не помню. Ну, пусть будет 20 рублей. Ну, качество падет. Какие-то они как грязные, что ли. Блин, сейчас, секундочку. Так, камера, лови. Ловись. Так, одна сережка более-менее чистенькая. А здесь какая-то сережечка, даже она не оттирается. Ну, в общем, пойдет, ладно, за 20 рублей. Ну, мне кажется, меньше, там меньше, меньше. Так, погнали дальше. А это у нас тут... О, сиси. Так, пришли топики. Там будет открывалка. Я что-то, если честно, не думала, что придет два. По-моему, я заказывала один. Так. Ну, размер, в принципе, натянется. Ой, смотрите, хорошие широкие лямки. Не люблю тоненькие, они впиваются. Особенно поймет это тот, у кого не маленькая грудь. И когда вот это все в течение дня носишь, и все впивается, это хорошие такие лямочки. А, все прошито хорошо. Так, все вроде бы в порядке. Так, ну и вот еще черный. Так, ну тут уже что-то торчит. Что-то торчит, распускается. Так, ну ладно, тогда немножко починим. Так, ну и тут что-то торчит. Да, что-то черненький немножко неудачный. Хотя я этот, ну, этот с изнанки не смотрела. Так, ну вот этот. Нет, тут все прилично. В общем, черный топик, он немножко с ниточками. Но опять же, ничего страшного, ничего критичного. А покупала, получились они у меня. Ой. Ну ладно, не буду врать, ну. От 200 до 300 рублей. Немного. Я, правда, что-то не думала, что придет две штучки. Так, сережечки. Так, видно, не видно. Так, бликует. Так, сейчас. Так, вот такие вот сережечки.
У меня мама любительница вот жемчуга, под жемчуг все вот такое беленькое, красивенькое. Ну, в общем, вот такие вот. Тоже недорого, я думаю, вышли. Кстати, как-то на Алиэкспрессе давным-давно еще покупала вот эти вот держатели сережек. Вот такой небольшой прям пакетик. Ну, примерно вот такой вот пакетик пришел. И полный забитый вот этими вот штучками. То есть мне на всю жизнь хватит вот этих. Даже я потеряю. И у меня всегда есть, собственно, под рукой. Так, ну и давайте. Еще одна посылочка у нас тут осталась. Сейчас ее вскроем. А тут что? Ничего. Так. Ой, как запаковали-то. В общем, пришел пирсинг. Так. Сейчас бы его тут не потерять ненароком. Где-то он тут, вот он. Давайте я вот так вот его вскрою уже. Так, одна штучка. Я вроде бы... А, тут, наверное, еще одна. Я, по-моему, две заказывала. Да, им, конечно, нужно придумать что-то типа какой-то мини-коробочки, что ли, или типа такого. Вот. Так, надеюсь, тут нету больше ничего. Вот такая микроскопическая, маленькая. Так, сейчас посмотрим, настроится. Нет, не настроится. Ну, в общем, вы смысл понимаете. Тут откручивается, пойди с этой стороны. Да, вот. Шарик откручивается. Ну, это для пирсинга. Я все никак себе ухо не могу проколоть. Так, ну давайте посмотрим. Наверное, что тут лежит еще одна. А, да-да-да, только зелененькая. Ой, такие малепусечки. Да, ой, очень быстро пришли. Я прям заказывала буквально, ну не знаю, неделю-полторы, наверное, назад. Ну вот, для сравнения, одна прям маленькая, одна побольше. Да что ж вы так... Не ловитесь. Так, ну шарики одинаковые. Длина вроде бы одинаковая. Да, одинаковая. Ну, в общем, вот такая вот красота для пирсинга. Можно для ушей, можно, в принципе, даже для губ. Ну, в общем, кто поймет, тот поймет. Да можно даже просто в ухо воткнуть. Ну, в общем... Вот такая вот у нас распаковочка. Кстати, вот насчет масла, знаете, вот, может быть, кто-то знает еще какой-то, где-то, может быть, продают вот такие какие-то масла натуральные, вот, да, не обработанные, именно косметические. Может быть, кто-то поделится ссылкой. Вот, такая вот у нас сегодня получилась распаковка. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставим лайки, подписываемся, делимся. Всем всего хорошего. Люблю, целую, пух.